Да, давай. Владыка, ваш день рождения, примите теплые и искренние поздравления. Пусть ангел-хранитель всегда следует за вами и скрывает своими крыльями от всех невзгод и огорчений. Пусть ваше сердце остается таким же отзывчивым, а ваше наставление находит путь к сердцу прихожан. Желаем вам долголетия, крепкого здоровья и Божьей благодати. Владык, я вас поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, крепкого здоровья, и чтобы вы не болели. С днем рождения, желаю здоровья. Владык, поздравляем вас с днем рождения и поздравляем всех, кто трудится на благо Арсеньевской епархии. Всего вам доброго, не болейте. Здоровья, Владыка, вам. Самое главное – здоровье.